Гран Шримад Бхагаватам, 56 глава 11, которая называется «Трансцендентальные качества Вритрасуры». Вступление. В этой главе описываются возвышенные качества Вритрасуры. Когда так и не вняв увещеванием Вритрасуры, видные военно-начальники демонов все же бежали с поля боя, Вритрасура обвинил их в трусости. Оставшись один, Вритрасура бесстрашно вызвал на бой полубогов и приготовился сражаться с ними в одиночку. Напуганные решимостью и отвагой Вритрасуры, многие полубоги от страха упали в обморок, а Вритрасура принялся топтать их. Потеряв терпение, царь небес Индра метнул во Вритрасуру свою палицу, но тот доблестно поймал палицу левой рукой и обрушил ее на слона Индры. Отброшенный ударом Вритрасуры на расстояние 7 луков, около 13 метров, слон повалился на землю, увлекая за собой седока. Как известно, в свое время царь Индра сделал Вишварупу своим жрецом, но затем убил его. Напомнив Индре об этом злодеянии, Вритрасура сказал: «Тому, кто предан верховной личности Бога Господу Вишну и во всем полагается на Него, всегда сопутствует победа и процветание. В душе его всегда царит мир, для него не остается ничего желанного во всех трех мирах. На такого преданного верховный Господь проливает особую милость, оберегая его от ненужных богатств, которые могут помешать его преданному служению. Поэтому я желаю отдать все, чем владею, для служения Господу. Я хочу только одного – воспевать Его славу и служить Ему. Разорвав узы семейных привязанностей, я буду дружить только с преданными Господа. Я не стремлюсь ни к вознесению на высшие планеты, даже такие, как Тхрувалока или Брамалока, ни к обретению неуязвимости в материальном мире. Все это не представляет для меня никакой ценности». Текст первый. Шри Шукадева Госвами сказал: «О царь, предводитель демонов Вритрасура призвал своих военачальников последовать законам религии. Но трусливые демоны, полководцы, уже не слышали его. Страх гнал их прочь с поля битвы. О царь Парикшит, пользуясь этим удачным моментом, будто подаренным самой судьбой, полубоги стали разить убегающих демонов в спину. Под их натиском войско асуров разбежалось в разные стороны, как стадо без вожака. Жалкий вид разгромленного войска причинил боль главному из демонов в Вритрасуре, известному под имени Индрашатру, враг Индры. Не в силах смириться с поражением, он преградил путь полубогам и стал осыпать их словами, полными гнева и негодования. О полубоги! Эти воины-демоны напрасно родились на свет! Они не сыновья, а испражнения своих матерей. Какой же толк убивать со спины врага, который и так спасается бегством? Желающему прослыть героем, не к лицу убивать того, кто боится за свою жизнь, подобным подвигом не заслужить ни славы, ни места в раю». Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Ачхебхактивиданта Свами Прабхупады. Вритрасура осудил и демонов, и полубогов. Первых – за то, что они в страхе за свою жизнь обратились в бегство, а вторых – за то, что они стреляли в спину убегающим. Поведение и тех, и других было постыдным. В битве противники должны вести себя как герои. Настоящий герой никогда не побежит с поля боя. Он всегда готов встретить врага лицом к лицу. И в честном бою победить или погибнуть – так ведут себя герои. Удар в спину тоже считается подлостью. Врага, который поворачивается спиной и бежит в страхе за свою жизнь, нельзя убивать. Таков закон ведения войны. Вритрасура, желая устыдить демонов, сравнивает их с испражнениями матери. И испражнения, и трусливые сыновья выходят из материнского чрева. И по мнению Вритрасуры, между ними нет никакой разницы. Похожее сравнение приводит Туласидас, который замечает, что сын и моча исходят из одного и того же места. Другими словами, и семя, и моча истекают из гениталий. Однако семя порождает младенца, а моча равным счетом ничего.
Поэтому сын, который не стал ни героем, ни преданным, ничем не лучше мочи. Аналогичное высказывание есть и у Чайнаки пандита. Кортхах путрена джатена, йона видванна дхармика, канена чакшу шакимва, чакшух пидайва кевалам. Какой прок в сыне, который не обрел ни славы, ни преданности Господу? Такой сын подобен ослепшему глазу, который не помогает видеть, а только причиняет боль. Шри Шукадеву Госвами сказал: «О царь, предводитель демонов Вритрасура призвал своих военно-начальников последовать законам религии. Но трусливые демоны-полководцы уже не слышали его. Страх гнал их прочь с поля боя». О царь Парикшит, пользуясь этим удачным моментом, будто подаренным самой судьбой, полубоги стали разить убегающих демонов в спину. Под их натиском войско асуров разбежалось в разные стороны, как стадо без вожака. Жалкий вид разгромленного войска причинил боль главному из демонов Вритрасуре, известному под именем Индра-Шатру, враг Индры. Не в силах смириться с поражением, он преградил путь полубогам и стал осыпать их словами, полными гнева и негодования. «О полубоги! Эти воины-демоны напрасно родились на свет. Они не сыновья, а испорожнение своих матерей. Какой же толк убивать со спины врага, который и так спасается бегством? Желающему прослыть героем, не к лицу убивать того, кто боится за свою жизнь. Подобным подвигом не заслужишь ни славы, ни места в раю». Итак, мы продолжаем эти темы квалификации. Итак, квалификация не выражена во внешних проявлениях. Говорится, квалификация – это определенные качества. Итак, мы с вами говорили, что есть способности, а есть качества. Также есть еще форма. Форма предмета, действие предмета и качество предмета. Или свойства предмета и качество предмета. Как внешний вид, способности где действовать определенным образом. И качество, то есть чем руководствуется в деятельности живое существо, какими принципами, какой моралью, то есть то, что называется этика. Итак, философия состоит из этих четырех аспектов, мы с вами говорили, гносеология, логика, метафизика и этика. Как можно понять, что человек узнал философию или понимает философию? Его моральные, этические ценности и принципы проявлены в его качествах, проявляются в его качествах. Как можно узнать, что человек просто прикрывается философией? У него нет никаких моральных качеств, кроме болтовни. Поэтому Кришна сказал Арджуне, что ты говоришь-то как пандит, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Таким образом, Кришна указал о том, что Арджуна не понимал философии, даже которую произносил. Он не понимал этих текстов, которые сам выкрикивал, ссылаясь на мудрецов, на писания, на своего гуру. Итак, на Курукшетре мы видим, что Арджуна рассматривает противоположную сторону с позиции искусства войны или дхармы, то есть принципов войны, принципов религии. И поэтому он говорит о величии этих личностей, которые не убегают, которые готовы стоять насмерть. И Кришна устроил таким образом, что на стороне демонов стояли великие моралисты, такие как Бхишмадева, Дроначария и ряд других личностей, особенно Бхишмадева и Дроначария. Бхишмадева упоминается как самая великая личность,
которая стояла на стороне Кауравов, после нее идет Дроначарья, также самая великая личность. В чем величие Бхишмадевы? Величие Бхишмадевы в том, что он Бхакта, а величие Дроначарьи в том, что он чистый Брахмана. Брахмана. Итак, Бхишмадева выступает в роли Вайшнава, а Дроначарья выступает в роли Брахмана, настоящего Брахмана. И поэтому, естественно, сила Кауравов увеличилась, поскольку они видели пример. Пример морали. Они видели пример поведения. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что ИСККОН – это вайшнавская сампрадая. Это вайшнавская сампрадая. В вайшнавской сампрадае есть Международное общество сознания Кришны, Брахма сампрадая. ИСККОН является школой брахманов. То есть тех личностей, которые могут показать пример морали. Не которые будут болтать там какие-то писания или что-то еще. Такие болтуны, кандидаты наук, болтуны, которые будут везде баловаться и подписывать, что они министры там, что они там какие-то президенты, региональные секретари, министры по связям там и что-то еще такое. Титулы какие-то. Дважды брахманы, трижды бахирвасы. Нет. Суть была в том, что они не будут болтунами, что они смогут показать это своей моралью, своим поведением, как нужно себя вести в разных ситуациях, в соответствии с принципами. С принципами. Принципами вайшнавской культуры, принципами брахманической культуры, дайва варнашрама дхармы. Их поведение будет указывать на это. В большей степени, чем их речи, умные словеса. Такая же ситуация упоминается в Библии, что как раз Христос, он критикует такое положение священнослужителей, первосвященников, то есть первые стоят в социальной структуре, несомненно, брахманы. И он говорит о первосвященниках, что они болтуны просто. Ритуалисты и болтуны, снобы и книжники. И не более. И поэтому такие личности становятся препятствием на пути к самоосознанию. То есть они затрудняют духовный прогресс таким положением. Они делают духовный прогресс недоступный для других живых существ. В силу того, что другие живые существа не поймут, в чем ценность духовной жизни. И думают, у меня нет памяти, у меня нет таких знаний, как у этих людей. У меня нет такого аристократического происхождения и так далее, и так далее. И они думают, что они бесполезны. И тогда просто начинается поклонение этим личностям. И эти личности отрезают живых существ от доступности йоги, то есть связи с Богом. Как есть история, апостолы Христовы стали представителями Христа в его взаимоотношениях с людьми, со страждущими. И каждый раз страждущие приходили к Христу, и между Христом и этими страждущими возникали апостолы, которые говорили, а зачем вы пришли? А что вам нужно? Он занят, он отдыхает. Не беспокойте его великую личность. Вы не беспокоите. Что вы его такой глупостью беспокоите? И так далее. Они приходили, люди, задать вопросы. Приходили люди объясниться, получить какую-то милость, получить какой-то определенный ответ, на который не могли ответить апостолы. Потому что их слова были пусты. Пока еще их слова были пусты, хотя они и находились рядом. Они все внешнее приняли от Христа, но внутреннего еще ничего не приняли. Поэтому мы видим, когда его распинали, практически все его ученики, они вели себя очень странным образом. Очень странным образом. Почти все они испугались.
Таким образом, они еще не были продвинутыми. Это были еще просто каништхи, которые требовали к себе что? Уважение за то, что они находились рядом, за то, что они знали всякие внешние атрибуты эти все. Они были каништхами. Поэтому они между собой все время выясняли отношения, ругались, все время не могли понять поведение Христа, когда Он спасал тех, кто им не нравился, очень не нравился. Мытарей разных падших личностей, проституток, римлян, которые были врагами иудеи и так далее. Подонков, подлецов, они не могли понять. Поэтому они не были продвинуты. Они не могли даже понять того, с кем находятся рядом. Шрила Прабхупада всегда говорит, нужно не подражать, нужно следовать. И поэтому они, несомненно, стали препятствием между страждущими и Христом. И каждый раз, когда люди приходили, они натыкались на этих апостолов, которые требовали к себе почтения. И кто в большей степени проявлял к ним почтение, тот достигал Христа. Таким образом, люди очень хорошо относились к Христу. Они слышали очень много разных историй. Но для того, чтобы проникнуть к Нему или попасть к Нему, нужно было огромные почести выказать этим апостолам. Этим апостолам они требовали почтения, не выказывая почтения к другим. И говорится, что они выходили и ждали, когда им будут кланяться. И они говорили о том, что тот, кто кланяется, отдает свою плохую карму, а тот, кто не кланяется, тот принимает ее. А кто кланяется, не принимает. Это называется карми. Если вы говорите все время о карме, значит, вы карми. Значит, вы не поняли, что такое закон кармы. Вот почему в буддийских традициях и в других разных вещах есть представление о карме, но оно исключительно внешнее. Поэтому не говорят о разных хитросплетениях, не говорят о джатаках, о прошлых рождениях, реинкарнации, но они упускают самый главный момент, о чем говорит Кришна в Бхагавад-гите, что в итоге всем управляет сверхдуша. Кришна, что в итоге этим механизмом всем управляет сверхдуша. И как же управляет сверхдуша механизмом? Как личность, которой присущи разные определенные качества. Какие же качества? Сострадание, милосердие, всепрощение, нежелание причинять беспокойство и так далее. Кришна наделен всеми этими качествами. И он именно этими качествами управляет законом кармы, реинкарнации и так далее. Что это не просто механизм, что можно, изменившись, вымолить прощение. Можно, покаявшись, полностью сжечь последствия всех своих греховных поступков и так далее. Все зависит от того, в каком сознании находится человек, даже греховный человек. Итак, это самая суть понимания закона кармы, реинкарнации, гун материальной природы, поскольку кармой сверхдуша управляет, гунами материальной природы, гунешвара – это Кришна, время, махакала – это Кришна, сама душа – неотъемлемая частичка Кришны, и сверхдуша – это его проявление. Второе проявление Кришны. Первое – Бхагаван, второе – Параматма. И третье – это сияние, в котором он проявляется также. Брахма-джоти или Брахман. И так живы существа пытаются ползти по этой лестнице знания, но они сбиты с толку. Кришна говорит, я милостивый. Дадати сва падантикам. Сва, дадати значит я дающий. Сва, сва крипу. Я дающий. Если у вас нету, я дам все, что вам не достает. Что это означает? Я дам вам милость. И милость не выражается ни в чем материальном. Милость выражается в том, что живое существо освобождается из плена папы пьё мокша ишьями машутяга, из плена своих грехов, как человек иногда чувствует, что рад бы двигаться, да грехи не отпускают.
Как он узнает, что грехи его не пускают? У него сохраняется желание, которое он не способен преодолеть. И эти желания выражаются в каких-то определенных неблагоприятных действиях, которые он видит, что он их совершает, знает, что он их совершает. И он ничего с собой не может поделать. Ничего не может с собой поделать. Не способен преодолеть даже при понимании того, что происходит. Что же не пускает живое существо? Мы говорим, сила воли, там то, сё, пятое, десятое. Нет. Привязанности, грехи. Грехи. Греховная деятельность, результаты греховной деятельности не позволяют живому существу двигаться. Поэтому милость Кришны проявляется в том, что он становится сильным. Что значит сильным? Он получает баладут падита. Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, просто находясь вблизи с сильным человеком, другие люди становятся сильными. Потому что эта сила приходит к ним. Как же она приходит, если они служат ему? И в шастрах говорится, когда человек хочет приобрести какое-то качество, он должен служить. Он должен служить тому, кто обладает такими качествами. Поэтому Кришна и сказал, найди самореализованную личность, вопрошай его смиренно и служи ему. В чем самореализация? Что ты-то очень, может быть, хорошо болтаешь, но вся твоя болтовня не реализована в твоей собственной жизни. А он, может быть, и мало болтает, но все реализовано в его состоянии. В его природе реализация существует. Поэтому ему не нужно прикрываться шастрами, чем-то там, какими-то ягами, внешним видом. Ему не нужно это прикрывать, потому что у него уже это есть. Когда у человека этого нету, тогда он создает некий мираж того, что это все у него существует. Что я сильный, знаете, как люди, которые трусливы, они делают очень такое мужественное лицо, ходят, такие глаза, чтобы их другие боялись. Силы когда нету, тогда человек хочет угрожать. Поэтому в шастрах и говорится, надо быть сильным, а не страшным. Итак, люди пытаются создать эту бутафорию, когда они трусливы и бессильны, они создают бутафорию, которая вызывает страх у других. Но сильный человек, ему не нужно бутафорство. Он может очень милое лицо доброе делать. Вообще таким лопухом с виду быть. Но храбрость его проявляется в разных ситуациях. Ему не надо делать какое-то храброе лицо. Не надо быть все время таким задумчивым, чтобы все думали, о, он задумчивый, видать, он очень серьезный человек. И поэтому Прабхупада говорит, умное лицо еще не говорит о том, что человек умен. Также и храброе лицо не говорит о том, что человек храбр. Храбрые речи тоже не говорят о том, что храбрый человек. Вся информация о храбрости и о благородстве тоже еще не делает человека храбрым и благородным. У него должно быть что? Вера. Вера в то, что говорится, в то, что он сам говорит. Иногда человек говорит, я сам поверил в то, что говорил. Но эту веру легко разбить. Каништха, веру ли... Конечно, это значит неустойчиво. Легко разбить такую веру. И когда создается какая-то экстремальная ситуация, мы видим, то, что он болтал, он сам не способен применить в собственной жизни. Это называется каништха. Кто такой Матхьяма? Он, может быть, кое-что не знает, но он устойчив. Он постиг внутреннее содержание этих вещей. Он не знает так много информации. Но то, что он знает, в нем что? Реализовано. Реализовано. И у Тама, ну вообще, у него даже нет желания кому-то что-то объяснять, спорить с ними. Поэтому говорится, ему, чтобы проповедовать, ему нужно спуститься с уровня Утамы до уровня Матхьямы. Он спускается до этого уровня. Если, конечно, поднимается до уровня проповеди, то Утама спускается до уровня проповеди. Это разные вещи. Абсолютно разные вещи. Для одного это великое достижение, а для другого это сострадание. Не зайти до уровня этого. Из сострадания как бы спуститься. Поэтому одни горды Матхьямы, а другие Матхьямы что? Смиренны.
Итак, сразу две категории матхьян сразу появляются. Они делятся на разные ступени, так же как утамы. Огромное количество. Один утама может быть крипа ситхой, другой утама садхана ситхой может быть, другой утама может быть кем? Нитья ситхой. Утамы тоже все разные. Итак, пока человек не способен различать, еще раз прошу заметить, не разделять, а различать. Господь Чайтанья объясняет, непостижимое единство и не разделение, а различие. Различие или функция различать. Несомненно, это функция Будхи-йогам Упашритья. Будхи-йога. Разум нужно иметь. Одухотворенный разум. Поэтому, говорится, самым высшим проявлением философии являются Упанишады. Находиться вблизи с гуру. Что значит находиться вблизи? Подняться до такого уровня квалификации, чтобы понимать эти диалоги. Понять эти диалоги. Устремиться к этим диалогам. И Прабхупада описывает эту книжку «Совершенные вопросы и совершенные ответы». В чем разница между непосредственным общением с гуру и общением с писаниями? Что писаниям нельзя задать вопрос, а гуру можно задать вопрос. С писания не будут скатываться до нашего уровня из сострадания к нам. Это закон. Но духовный учитель, он может не зайти до нашего уровня и сказать, ну хорошо, ладно, ты этого не понимаешь, ну давай. Давай поговорим, что ты понимаешь. Шастры сразу скажут, не так, так, все. А почему там? Поэтому мы видим, что когда мы получаем какого-то проповедника, все, что мы читали, совершенно в другом свете для нас представляется. Сам человек читает, ни черта не соображает. Как только появляется какая-то личность, о, он начинает понимать, он говорит, ух ты, елки, а я читал вообще что-то совсем все по-другому, и комментарии по-другому воспринимал, и черненькое думал, все понимаю, а вот это крупным шрифтом думал, все понимаю, а мелким, так сказать, ерунда. Потому что кто-то может до нашего уровня не зайти, спуститься. Поэтому такое важное общение, это Упанишады. И поэтому, говорится, Упанишады изучают саньяси. Почему саньяси изучают Упанишады? Брахмачари изучают самхиты, шлоки. Брам-б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 рам. Как колокольчик они. Звон, да не ясно, где он называется. Грехасхи изучают жертвоприношение. Как совершать жертвоприношение? Когда они научились всякие шлоки болтать и научились сдерживать свои чувства. Чем? Служением. Кто такой сдержанный человек? Человек, который служит. Который служит. Говорится, контроль чувств посредством преданного служения. Если человек не служит, то он просто удерживает свои чувства от объектов. Тот, кто удерживает свои чувства от объектов, притворщик. Если человек не служит. Поэтому мы видим жизнь таких людей, которые никому не служат. Служить это значит анукулья. А есть дхарма обязанности. И между дхармой и анукульей севой разница большая есть. Можно исполнять обязанности формально. Даже хорошо. Хорошо исполнять. Но не желать этим хорошим никого удовлетворить, кроме самого себя. Можно очень хорошо распространять книги и быть самим довольным. Можно очень хорошие футфулайфы делать и радоваться себе. Думаешь, о, как я сделал, какой футфулайф, ой, вообще. Ой, я встаю, мне так хорошо, что я встаю рано. Мне очень хорошо, мне хорошо. О, я прогрессирую, мне хорошо. О, я делаю именно это служение, мне так хорошо. Мне так оно нравится. Я изучаю шастры, о, и потом болтаю. И так наслаждаюсь, как туалетный соловей. Многое что может нравиться.
Анукуля, когда вы хотите кого-то удовлетворить, чтобы кому-то это понравилось, и не тем, кому вы лепите это все, а тому, кто занял вас в служении, чтобы он был доволен. И суть не в том, что мы что-то делаем, а в каком умонастроении, с какой целью мы это делаем, и приносит ли эта деятельность результат. Спросите у своего авторитета: вы довольны, чем я занимаюсь? И авторитет может сказать: да, чем ты занимаешься, я доволен. Но я только доволен тем, чем ты занимаешься. Но спросите: вы удовлетворены моим служением? И он может сказать: нет. Сказать: а что? Ты стал различать? Или ты разделяешь? Или различаешь? И так каждый раз человек приходит и спрашивает: вы довольны тем, что я делаю? Я доволен. Что-то вы делаете хоть? Делать всегда лучше, чем ничего не делать. Но когда человек говорит служение, это совершенно разные вещи. И поэтому в шастрах именно говорится: есть слуга своих чувств и есть повелитель своих чувств. Госвами и Годата. Поэтому кто-то всегда не склонен к развлечению. Почему? В результате отсутствия чего? Квалификации. Квалификации. Это еще не будхи-йога. Человек еще не способен ничего различать. Но все-таки он что-то делает. Ему, по крайней мере, что-то нравится в этом процессе. Он еще не стал слугой. Он просто еще в настроении наслаждающегося находится. Поэтому таких именно преданных называют каништхи, или их и называют пракрита бхакти. Пракрита бхакти. И те личности, которые, несомненно, находятся на более высокой платформе, они различают эти вещи. Они не разделяют людей, они их различают. И говорится, на уровне, на очень высоких ступенях каништхи, каништха адхикари, начинает различать. Но иногда он различает неправильно, по сути, но очень правильно по форме. Итак, человек начинает различать таких, таких, образованные, необразованные преданные. Он начинает различать. Преданные с высшим образованием и преданные со средним образованием. Он сначала различает только так, внешне. Потом он начинает видеть, правда, на самом деле, различия в них. Что они в какой-то внешней деятельности ведут себя по-разному. Люди образованные и люди необразованные. Потом, и в первую очередь, у него рождается предубеждение, что образованные люди более лучше, чем необразованные. Это каништха. Он еще видит только внешние вещи. Что человек с образованием говорит более тактично, какие-то вещи учитывает, которые не учитывает человек необразованный. Его кругозор пошире, то есть более культурен он, и так внешний. Потом он начинает дальше продвигаться, начинает видеть, что совершенно все не от этого зависит. И он сбит с толку сразу опять. Поэтому, когда приходит какой-то человек более высокий и начинает его переубеждать и показывает пример, он опять сбит с толку. Он опять сбит с толку, потому что он легко ему доказывает, что человек образованный может быть очень-очень непродвинут. А человек необразованный может иметь куда более продвинутое положение в своих качествах и так далее. Тогда человек упирается в карму. Начинает говорить: а, это, наверное, карма. У просто у одного карма такая, у другого такая. Он опять начинает разделять. Не различать, а разделять. Итак, конечно, он всегда разделяет. Он не различает. Мадхьяма, говорится, начинает различать. А Утама видит единым все. Он видит это единым. Все эти различия и разделенности его не интересуют. И различия его не интересуют. И не интересует его что? Раздельность эта.
Там все разделены по формам, там, по признакам. Да, его не интересует. Потому что он видит, что все едины в своей духовной природе. Все абсолютно. Деревья, камни, микробы, люди, полубоги, демоны, хорошие, плохие. Все на самом деле являются преданными Господа. Ну, они об этом забыли. Но скоро об этом узнают сами, потому что так все устроено, что все идет в одну сторону. Они скоро об этом узнают, что им проповедуют. Поэтому он с любовью относится ко всему. К горам, к рекам, к минералам, к микробам, к плохим, к хорошим. Он не видит в них этого различия, поскольку уже находится полностью на какой ступени? Духовной. Духовной. И он все видит. А каждая душа. Каждая душа. И это лишь дело времени. А время это кто? Кришна. И он полагается на Кришну. Ну, Кришна захочет, они там так начнут. Все равно все в руках Господа находится. И в таком состоянии человек полностью отходит от какой-то деятельности. Зачем? Время по-другому для него течет. Он может оперировать огромными шкалами времени. И для него они кажутся маленькими. Он говорит, да всего-то каких-то 2 миллиона лет прошло. Люди сбиты с толку. Представляете, вы ученому скажете, всего 2 миллиона лет какая? Почти ровесники. И они сбиты с толку. Только на духовной платформе человек может ощутить настоящее. Не прошлое и не будущее, а настоящее. Вот почему говорится, что настоящее это проявление благости. И чем более оно вычищено от прошлого и будущего, тем оно более совершенное. Вот почему Кришна говорит Арджуне: «Шарват харман парит яджа мамекам шаранам враджа, агам твам шарва бабибьё мокшаешьями машутяга». Кришна с Утамы, с платформы Утамы говорит. Это произведение не Каништх и не произведение Матхьям. Это произведение для Утам. Бхагаватам говорится вообще для Парамахамс. Это Утамы все. Парамахамс это Утамы. И поэтому Кришна говорит об этом Арджуне, что просто возьми да предайся. И поэтому говорится, что каждое живое существо может предаться. Каждое живое существо может продвинуться. Независимо от чего? От различий, от разницы, чего угодно. Потому что у всех есть духовное качество. Наплевать на все ваши материальные качества, на благородство, на, наоборот, на греховность. Потому что все это материальные качества. Поэтому, когда говорят о качествах чего-то, Утама говорит о качестве духовном. Качество души у всех есть. Но когда мы говорим о каких-то признаках варнашрамы, мы говорим о качествах гуна-карма, о карме, о качествах и способностях, порожденных нашей материальной деятельностью. Таким образом, человек продвинутый может рассматривать живое существо с позиции духовных качеств. Менее продвинутый смотрит с позиции материальных качеств. Еще менее продвинутый рассматривает живое существо с позиции способностей. А вообще материалист смотрит по форме. Исключительно по форме. Худой, тонкий, красивый, некрасивый, приятный, неприятный и так далее. Поэтому они так увлечены маркетингом. То есть, как это выглядеть будет внешне. Плевать, хороший продукт, нехороший, там есть у него. Самое главное, какая будет в нем обертка и как он красиво может преподнестись. И они это называют сервисом, служением. И так глупое живое существо всегда сбито с толку. Оно не может понять. Почему? Потому что оно не квалифицировано, поэтому оно глупым остается. Невежественным. Поэтому вчера я вам рассказывал историю, как человек пришел и сказал, хочу писание изучать. Другой там, видишь ли, хотел пользу всему миру принести. Но это невозможно. Потому что один не понимает, что он просто приходит прикрываться этим. Вы замечали, да, есть люди, которые здесь ничего не делают и ничем не помогают. По отношению к другим. Конечно, им-то кажется, что они очень много помогают. Но они иногда съедают здесь больше, чем что-то помогли. За все то время пребывания.
И они все время стремятся изучать Писание, книги разные читать. Для чего? Чем больше они изучают, тем и больше вам сложнее их занять. Чем больше они изучают Писание, тем вы становитесь более несовершенны, все несовершенно, несовершенно. Это называется не в коня корм. Итак, квалифицированный преданный, Прупада описывает это в шастрах, он говорит, преданные в Кали-югу редки. Всяких знатоков Писаний море, таких вот внешних знатоков Писания, которые будут болтать, давать собственные толкования, измышления, превосхищать публику, прикрывать совесть, которая их мучает, прикрывать возвышенными фразами. Их мучает совесть, поэтому они хотят вам рассказать о великих играх Кришны. О разных Бхактивинод Такуре, о ком. Потому что их мучает совесть. Они чувствуют, что они не служат. Поверьте мне, я знаю, что происходит внутри человека. До той степени, насколько мне раскрыто это. Они болтают, потому что им стыдно, что их кто-то обличает. Им стыдно перед собой, в первую очередь. Не то, что им стыдно перед кем, перед собой. И когда они начинают думать, что кто-то начинает это видеть, что я не продвинут, возникает сильное желание как-то писаниями прикрыться. Когда они начинают видеть, что они не получают авторитета именно из-за этого, они пытаются перехитрить всех. Они пытаются завоевать авторитет количеством вайшнавской информации, философской информации. Но веры у них нету. Вот почему Прупада их называл кем? Спекулянтами. У них нет веры. Поэтому говорится, знание без веры, что это? Спекуляция. Знание выражается в вере. Поэтому есть два вида знания, реализованное и нереализованное. Поэтому есть большие знатоки нереализованного знания, информированные. Очень много информации, очень наслушались много других комментариев и все остальное. Даже правильно голосово делают акценты, голосом делают правильные акценты. Но силы там отсутствуют. Это не бала дут падита. Поэтому общаясь с такими личностями, мы видим, никто не становится хорошим человеком. Клеши не уходят в общении с такой личностью. Никто не приобретает никаких качеств. Никто не стремится предаться гуру. А они поливают всех такими историями, из таких писаний, которых даже я и не выговорю. Даже не выговорю. Даже не выговорить. Поэтому Вишванатх Чакраварти Такур говорит, баладут падита это совсем другое общение. Это совершенно находиться совершенно у других источников. Можно находиться рядом с сапожником Нарада, находясь рядом с сапожником, в восторг пришел. Нарада. Он Утама Бхакта. Очень высочайшая квалификация. И кто его привел в восторг общение с кем? С браманом или с сапожником? Сапожник. Так его вдохновил, что Нарада просто был в восторге. Нарада так вдохновился сам, увидев такое могущество преданности. Нарада сам вдохновился, увидев такое могущество преданности. И поэтому говорится, различать кармическую деятельность от преданного служения могут только уже квалифицированные личности. Каништха почти не может ничего различить. Он разделяет, а не различает. Вот почему говорится, что только Мадхьяма может различить разные уровни преданных. Только Мадхьяма может различать разные квалификации преданных. И что же он различает? Он различает разные ступени каништх. Ну и немного он соображает на своем уровне. Мадхьямы разные видит. Но разных утам кое-что так вот. Как Прупада приводит пример. Ученик в 5-м классе очень легко может различить, кто в 4-м, в 3-м, во 2-м и в 1-м. Но 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й как-то... Да, как-то. Но понять этих всех, кто ниже, ой, да, элементарно. И различить их.
Но различить, кто в девятом, а кто в восьмом, ему очень сложно. Потому что ни то, ни другое он еще не проходил даже. Поэтому ему можно сказать, что я из девятого класса, и он поверит. А можно сказать, что я из десятого или из восьмого. Для него это вне досягаемости. Но кто с моего класса, понятно. А кто эти-то все? Им что-нибудь скажут, они... понятно. Итак, в Ритрасура здесь описываются трансцендентальные качества. Глава 11 называется «Трансцендентальные качества Вритрасуры». И опять мы наткнулись на его какие качества? Материальные? Духовные. Трансцендентальные означает духовные. Итак, Шримад Бхагаватам рассматривает демона, у которого материальные качества демона. Деятельность демоничная. О, внешность вообще. Красавец. Но здесь описывается слава его трансцендентальных качеств. Вот почему ямадуты не смогли увидеть в Аджамиле кого? Вайшнава. Они не смогли, потому что ямадуты кто? Каништхи. Они не различают, они разделяют уровни. Они каништхи. Ямадуты тоже служат. И служат кому? Великой личности. И не просто великий, что он герой. Ямараджа не простая личность. Ямараджа, Дхармарадж, царь религии. Он царь религии. Есть царь полубогов, а есть царь религии. Царь полубогов Индра, а царь религии кто? Ямараджа. Ямантака. И говорится, очень часто Индра наезжает на кого? Есть упоминания были на царя религии. Как-то у них был вздор даже с царем религии. Большие вздоры у них с царями. Это цари разные все бывают. Итак, способность различать и понять положение, что увидеть какие-то качества, даже если у человека материальные качества очень такие... Мудрец. И когда в голове то, что слышишь, никак не сочетается с головой, это большая проблема. Но в Бхагаватам говорится, даже если голову осла поставить, тоже не будет сочетаться. Даже если голову полубога, даже если четыре башки поставить, пять, шесть, там, тысячу голов, все равно, тысячу голов скота будет. Потому что сердце, всему причиной сердца человека, там находится все. Это лишь органы. Голова это, да, это часть тела, предназначена для определенной деятельности. На голове уши, глаза, нос, рот и мозги. И там же нитки. Но когда речь идет о голове, не имеется в виду часть тела. Потому что частью тела является там, где заложены качества. И как раз все наши качества ни в голове, ни в ушах, ни в глазах, ни в носу, ни в легких, ни в желудке, ни... а где? В сердце. В сердце. Сердце заковано в железо, это называют Хридая Паша. И пока человек также не может разобраться в органах, в чувствах, и он еще куда-то там что-то лезет, что-то такое, кукарекать там. Ой. Тимоя-то, утимоита. Если вы каништха, вы будете испытывать к ним враждебность. Но если вы поднялись немножечко, ну, даже пусть вы не матхьяма, но каништха немножко большего уровня, то вы будете испытывать к ним такое, ну, как бы, не сострадание даже это будет, а такое, тю моё, то, тю моё, о как,
снисхождение такое, снисходительность. Снисходительность. Ну что такое, мать, там как-то начинают там, вообще думаешь, запущенная какая форма. Ой-ой-ой, какая запущенная форма продвинутости. И способность увидеть это все, несомненно, приходит через служение. Через служение. Поэтому Кришна говорит, только тому, кто служит мне, это означает анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Утамам. Квалифицированно, под руководством, с желанием удовлетворить не себя, а принимая, что это служение я даю через эту личность. Что это представители. Только через такое служение человек может достигнуть понимания. И достигается оно по моей милости, он говорит. Я даю. Дадат Исуа. Итак, квалифицированные личности, несомненно, постепенно начинают осознавать положение духовного учителя. Это не происходит сразу, это происходит потом. Поэтому, если вы сразу осознали гуру, я вас поздравляю. Просто потрясающие личности. Они сразу осознали его. Тут десятилетиями не можешь осознать. Говорится, каждый раз будешь, как тебя понять? Гурваш таки говорит, как мне тебя понять, дорогой гуру? Как вы думаете, кто гурваш такую сочинил? А? Какой ганишка там? Или какая глупая личность? Какой там доктор наук или кандидат? Или, может быть, аспирант какой-нибудь придумал. Так, между делом, между великой деятельностью по замене органов, он как-то раз и выдумал гурваштаку. Когда ж я пойму, как тебя понять, гуру? А? Вы знаете о том, что это молитвы ачарьев? Нет, никогда не знали. Поднимите руку, кто у нас тут ачарьей стал? Ну, только один я знаю есть пока. Такой явный. Другие-то скрытые ачарьи, как бы об этом не кричат слишком. Только один ачарья есть. Пока. Таким образом, можно сидеть, конечно, и ублажать всех. Можно говорить, нет-нет, я тобой доволен, только успокойся, только никому не критикуй, не надо, не уходи никуда. Потому что человек, когда он узнает, что им недовольны, он сразу ведет себя также в соответствии со своей квалификацией. Квалификации. И именно в критической ситуации можно видеть, к какому источнику устремляется живое существо в соответствии со своей квалификацией. Как оно решает проблемы. И Шрила Прабхупада описывает, что очень важно увидеть, что для человека является вопросом жизни и смерти. Что для человека является вопросом жизни и смерти? Таков его уровень квалификации. Поэтому мы видим битва Вритрасуры с полубогами, битва на Курукшетре, битвы. Разного уровня битвы существуют. Войны. И Кришна говорит, победа там, где нравственность. Поэтому существуют философские трактаты. Философские трактаты. И разобраться в категориях нравственности также нужно иметь квалификацию, чтобы одно случайно для других и для себя не выдать. Поэтому говорится, что философское отклонение более опасное, чем все остальное. Почему? Философское отклонение имеет мирскую логику, совершенную мирскую логику. Знаете, что такое мирская логика и что такое религиозный лексикон? Вот почему говорит Прабхупада, что нужно всегда опираться на логику чего? Писаний.
Вы не можете взять лексикон писаний, истории писаний и нанизывать это на свою собственную, совершенную, но мирскую, что? Логику. И давать эти комментарии. И различать это тоже может только квалифицированный человек. Вот почему так всем необходимо руководство. Если мы не имеем этих квалификаций, нам сложно разобраться в положении Вритрасуры, полубогов и так далее. Трансцендентальные качества Вритрасуры. И нет в Шримад-Бхагаватам ни одной главы трансцендентальные качества Индры. Во всех 12 песнях не увидите такой главы. Нету такой главы. Удивительно. Вы не найдете в писаниях ни одного упоминания, что Индра именно в Шримад-Бхагаватам, может быть, в каких-то других, но поскольку я вот информацию эту пытался вытащить, чтобы приблизительно, потому что у меня вопросы появились, я лично не слышал о том, чтобы Индра вернулся назад к Богу. А Вритрасура описывается в Бхагаватам, что он вернулся назад к Богу. Удивительно. А вы знаете о том, что в духовном мире есть Индра? Да. Там также есть. Но! Шастры также объясняют, что Индра – это не личность. А Индра – это что? Должность, положение. 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 Итак, живое существо всегда сбито с толку. И оно думает, вот Лакшми Нараяна – это региональный секретарь. Лакшми Нараяна – это президент. Но это что? Положение. Это должность. Другие думают, вот это гуру, вот он такой, он упал. Прабхупада говорит, гуру никогда не падает. И тот, кто не способен различать, что такое положение или личность, он никогда не поймет шастры. Гуру никогда не падает. Только тогда, когда личность прекращает быть гуру, и все. Но сам гуру никогда не падает. Поэтому называется гуру-татва. Это определенное положение, оно непоколебимо. Поэтому тот, кто сошел с платформы гуру, это уже не гуру. Гуру не сходит. Гуру осталось. Это положение остается незыблемым, чистейшим и так далее. Человек просто осквернился. Поэтому нет такого понятия «падший гуру». Это лишь объяснение для тех, кто не способен что? Различать. Как браманы и падшие браманы, двиджа-банду, друзья браманов со шнурами. Итак, человеку дают шнур, несомненно, при истинном посвящении. Но почему он все равно двиджа-банду может оказаться? И никто не может понять. А все говорят, ну, браман это двиджа-банду, это который вот купил в магазине шнур, одел и все пошел. Вы шутите. Вы, видимо, так и не поняли, кто такие двиджа-банду. Они были авторитетно посвящены. Авторитетно. Они могут быть посвящены в сампрадаях. Так же, как мы можем получать инициации, харинама дикши, а в сампрадая от истинного духовного учителя. И быть карме. Можно точно так же получить шнур по всем правилам, все, можно данду получить. Но это не означает, что вы не можете находиться в положении кого? Двиджа-банду, лже-гуру, лже-пророка и так далее. Все атрибуты. Поэтому говорится, это вайшнавские атрибуты. И поэтому, когда говорится о Джагае и Мадхае, это не означает, что они себе сами шнур повесили. Это абсолютно не означает об этом. Что они купили шнур в магазине, повесили. Вот представляете, алкоголики. Вот вы видели такого алкоголика, который бы дорожил бы шнуром? А они, говорится, были пьяницы, драчуны. Вообще, короче, отрицательные личности. И они всегда со шнуром ходили.
И они особо-то и почтения тебе не требовали за шнур. Что-то вот он был дурак, и все, шнур сам по себе. Таким образом, есть история, когда один из ачарьев покидал Кюла, он никогда не носил шнур, вообще никогда. И все его критиковали. А, там гуру шудра, туда-сюда. И когда он сидел на костре погребальном, ну, его посадили в позу, то стали, пришли вот эти противники все, это смарты, и они стали забрасывать камнями. И многие вайшнавы пришли, которые были низкого уровня. Каништхи в основном. Вайшнавы, каништхи, адхикари. Даже среди них были матхьямы некоторые. Но они не могли понять положение утамы. И они кидали, кидали в него камни, оскорбляли учеников. И ученики никак не могли защитить тело своего духовного учителя. Они взмолились телу гуру. И сказали, пожалуйста, защити нас. Чтобы мы не слышали эти оскорбления и все остальное. Не означает, что они говорили о своей жизни. Они пытались, чтобы он защитил их от того, что они стали свидетелями этих оскорблений. Чтобы лишил их слуха, глаз. Потому что они не могли убивать никого. И не могли тоже уйти с этого места, оставив тело гуру. И не стали просить о защите. И тогда, говорится, тело их духовного учителя засияло. И все увидели его сердце. Все абсолютно. Кто кидал камнями, ученики все. И говорится, на его сердце висел золотой шнур. И тогда все, кто кидали камнями и плевались, оскорбляли, они упали в дандавате перед этой личностью. Так было полностью устранено. Это означает, они не были квалифицированы. Они всегда были сконцентрированы на каких-то внешних атрибутах, внешних проявлениях. Итак, человек до тех пор, пока он не постиг суть, что такое служение анукулена, он будет всегда совершать разные виды оскорблений. Вот почему говорится, что это оскорбительное настроение и так далее. Рассматривать каких-то личностей с позиции там, их должности, их там, внешней демонической природы материальной, что означает плохая карма у них там, или хорошая карма наоборот. Но так и не понять, какие качества должны развиваться в преданном. Какие качества указывают на преданность человека? Потому что преданность – это трансцендентальные качества. Преданность – это трансцендентальное качество. Это не качество прирожденного брахмана, кшатрии, вайши или шудры. Это трансцендентальное качество, которое может проявиться и у шудры, и у женщины, и у кого угодно. У червя в навозной куче. И тот, кто не знает об этом или не понимает этих вещей, он всегда сбит с толку внешней энергии. Всегда. Но тот, кто хотя бы понимает это, но ничего не может с собой поделать, это другой же уровень. И тот, кто знает, что нужно делать. И поэтому Господь Чайтанья говорил, все должны быть заняты в процессе, но все должны быть заняты квалифицированно. Что значит квалифицировано? Это в соответствии. Они должны быть соответствовать этому служению. И это должно быть служением. И поэтому занимать людей преданным служением – это большое искусство. И быть занятым в преданном служении – это очень огромная квалификация. Так, тот, кто занимает, должен быть очень квалифицирован. И тот, кто занят, должен быть квалифицирован. Потому что иногда человек очень квалифицированно может занять. Но в основном все неквалифицированы этим заниматься. Очень мало людей, которые готовы заняться именно тем, что является служением. А не исполнением религиозных обязанностей, не вовлечением способностей и так далее. Все эти основные перечисленные виды всегда относятся к категории, которая называется агьята сукрити. Поэтому Прабхупада и говорит, так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Вот почему Прабхупада говорит. Очень их много, кто думает, что он служит Кришне.
Поэтому человек может что угодно делать и думать, что он служит Кришне. Но служить, это означает анукульена, сева. И означает шиланом, авторитетно, под руководством. Никто не может служить Кришне сам по себе. Он должен служить под руководством. И это из желания, руководство исходит шиланом, означает в соответствии с гуру шастры и садху. А анукульяна с единственным желанием удовлетворить. А бхакти уттама – это цель, которую хочет достигнуть. И одно от другого нельзя отделить. Можно различать, но нельзя это отделять. Поэтому говорится, различие между живым существом и Богом, но не отдельность. В чем же оскверненное сознание, когда живое существо думает, что я отделено от Бога в материальном мире, но в духовном мире я с ним соединено. Это и есть философия Майвады. Хари Кришна. Шри Шукадева Госвами сказал: «О царь, предводитель демонов Вритрасура призвал своих военачальников последовать законам религии, но трусливые демоны-полководцы уже не слышали его. Страх гнал их прочь с поля боя. О царь Парикшит, пользуясь этим удачным моментом, будто подаренным самой судьбой, полубоги стали разить убегающих демонов в спину. Под их натиском войско асуров разбежалось в разные стороны, как стадо без вожака. Жалкий вид разгромленного войска причинил боль главному из демонов в Ритрасуре, известному под именем Индра Шатру. Не в силах смириться с поражением, он преградил путь полубогам и стал осыпать их словами, полными гнева и негодования. О полубоги! Эти воины-демоны напрасно родились на свет. Они не сыновья, а испражнения своих матерей. Какой же толк убивать со спины врага, который и так спасается бегством? Желающему прослыть героем не к лицу убивать того, кто боится за свою жизнь. Подобным подвигом не заслужишь ни славы, ни места в раю. Пожалуйста.